на канале есть. Вот ссылка. И там пишется канал, ну это ВКонтакте MD519, там есть 8 видео, 8 интро. Первое, конечно, вот этот, а второе там для Home Studio, то есть я буду записывать инфоспит, и вот как раз вот эта заставка для Home Studio. Плюс там где море, это будет тоже какой-нибудь игрой связан. Как бы все. Я вот сейчас сижу, сейчас на часах 18.09, 22 число, 8 месяц, 16 год, и я записываю это видео. И на моем я сейчас вижу, что мой видео, которое я залил вчера, 21 числа, воскресенье, его просто делал еще плюс картинку к нему, поэтому опубликовал его 21-го, ну, картинку я добавил сегодня, ну, неважно, ночью, поэтому это видео за, сейчас, сколько там, не знаю, сколько часов, но оно собрало аж 57 просмотров, это реально круто. Секрет очень прост, у меня на канале 177 подписчиков. Я кидаю в Google плюс, и там собираются люди и смотрят мое видео. Значит, если 77 просмотров, то еще осталось около 120. Еще 120 просмотров, и все будет шикарно. Да, 120 просмотров, и будет все шикарно у меня на моем канале. Как бы так. Понятное дело, что урок 2 рисуем альфа-бету для будущего мультика. Я в поиске Яндекса его пока не нашел. Хотя уже еще 2 просмотра. 59. Вот это классно, реально. У меня раньше было на канале и 400 подписчиков. Я их не накручивал, делал взаимно. Я подписан уже на 1000 чем-то каналов. Хотя я, когда делал рубрику свою 50 подписчиков, я надеялся, что эти 50 подписчиков ко мне придут, на которую я подписался взаимно. Но я получил только мой знакомый. Дает вот, что мои видео, я говорю, да, я плейлист пожелания, то, что я просмотрел, я не закрываю, потому как бы можно посмотреть на моем канале. Я специально вышел, зашел, нашел свой канал, и вот, как бы, вижу все свои плейлисты и просто, и то, что мне понравилось, на моем канале, ну, когда я вхожу в канал, то видно, и так для чужого тоже видно. Для тех, кто подписан, уже есть новое видео альфа и бета. Рисуем альфа и бету для будущего мультика. Плюс есть еще меч. Я основал альфа-бету, придумал логотип я сам. Ну, кому нравится, заказывайте. Плюс рекомендую не то, что канал, а хороший магазин, называется МИФ. Находится он в городе Одесса, страна Украина, город Одесса. МИФ, он находится возле привоза торгового центра «Остров». Итак, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, никаких дизлайков, ставь лось, если ты не лось, эту фишку не тырить. Что еще хотел я сказать? Хотел я сказать следующее, то что я расскажу, как я меняю голос. Я не пользуюсь Sony Vegas, Audacity и прочих. Я просто умею менять тембр голоса.
Итак, всем привет, с вами канал МД-519. 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 Оцените мой фон, оцените. Нет, где моя прическа, я у Иванга ее не перел, она у меня еще появилась, когда мне было 16 лет. Неважно. То есть, если кто-то увидит это видео и скажет, что я стою прическу у Иванга, то есть я ошибаюсь, я не копирую Иванга, поэтому я на него даже не похож, хотя... Иногда бывало, притворялся им. Ну, то есть, как притворялся. Просто думал, Ивангай быть круто. Ивангай, если ты видишь это видео, там есть одно видео, там, где показано... Нет, его сейчас помню. Или в Альфа-Бете. А нет, там, где рисую меч, я нарисовал твой арт. Правда, не на цветной бумаге, а просто... тетради, карандашом, ну если захочешь оценить, поставь лайк под этим видео. Пока. А и плюс, в следующей рубрике я расскажу, как выбирать музыку не с фанатеки Ютуба, а так, чтобы не нарушить авторское право. За что я чуть и не попал. И меня, как я говорил, мне все нормально, мне разрешили песню Утесова, поэтому я могу не париться на этот счет и не монетизировать мое видео. Кто хочет так, подписывайся на канал, ставь палец вверх, спрашивай меня, подписывайся в группу ВКонтакте, тупай. Подписывайся на меня в ВК или делай запрос ВКонтакте. Я добавляю всех. Я не Ивангай, я не Саша Спилберг, я не Иван Русской. То есть Ивангай, ну, имею в виду Иван Русской. И кому не секрет, в предыдущих видео я уже говорил, что меня добавил... Думаю сказать, меня добавил Олег Воронцов. Это тот самый видеоблогер, который снимает видео про делать три снимки на заказ. Да. Пару видео сейчас у него есть. Я, конечно, после этого видео залезу на YouTube и начну смотреть его видосы. И потом, может быть, сниму видео, как ему сказать. Ему покажу, что я их смотрю. Они мне очень-очень нравится. Подпишись на канал, ставь палец вверх. Всем пока. Также, если хочешь такую синюю, я покупал ее в городе Венеция, в Умане. Вихар. Вихар. Energy. Это название этой фирмы футбол. Ладно, мне нравится, у меня синие джинсы, синий пояс. Короче, все круто, все зашли. Всем пока, давай. Я Ивангай. Всем бай-бай. Пока, Ивангайцы. Пока, подпишись на канал, ставь палец вверх, ставь лось, если ты не лось. Всем пока, до новых встреч. Смотрите мои новые видео.